Здравствуйте. Я должен констатировать факт, что наш проект «Любовь и музыка» окончательно зашел в тупик, потому что мне одному не удается справляться с безалаберным отношением девушек к работе. Дивіться у цій програмі, чому проект «Любов і музика» опинився під загрозою закриття? Навіщо творці проекту просять продюсера Юрія Бардаша прийти на допомогу? Кого із учасниць він вижене, а кого запросить у проект? Занимаясь на очередном занятии по хореографии, наши участницы пока не догадываются, что у них уже появился новый продюсер. Впрочем, давайте поговорим об этом немного позже. Стоим прямо, делаем и раз. Наташа Стогній, хореограф-постановник. Призер чемпіонатів з диско-фрістайлу та техно. Хореограф київського балету «Дежавю». Співпрацювала з центрами дитячої творчості Наталією Бучинською, гуртом «Тріші» та іншими. У телепроект «Любов і музика» запрошена у якості хореографа. Да? І раз, і два, і три. Да? Понятно? Тобто ви по два. Віра робить одна, і раз. Ви робите з Машою і два. Таня з Танею робить і три. І раз, і два, і три. Дальше делаем таку річ. Отсюда и три, и пять. Только не хорошо, а отсюда. Дальше делаем такую штуку. Пять, раз, да, раз. В зеркало при этом на себя не смотрим, для того, чтобы голова была здесь. И головой, да. То есть пам-пам. И раз, и два, и три, и пять. Та-рам. Тебе устало повторять. Нога тоже в диагональ, да? И тебе устало повторять. Парам. Да? Вот, пол. Хорошо. Все, спасибо. На сегодня все. Пока. Учитывая всю ту ситуацию, которая сложилась на проекте «Любовь и музыка», я решил пригласить на помощь моего друга, продюсера группы Quest Pistols Юрия Бардаша. Отныне он будет продюсером группы «Любовь и музыка». Добрый день. Говорим сегодня о суперпроекте, который называется «Любовь и музыка». И я, Юрий Бардаш, продюсер этого проекта. Юрий Бардаш. Професійний танцюрист, продюсер та ідейний творець гурту Quest Pistols. У зв'язку з тим, що телепроект «Любов і музика» зайшов у глухий кут, запрошений як кризовий менеджер. Ми провели кастинг по всій країні, отобрали супер прекрасних принцес. Около 1000. С этой 1000 отобрали еще 500 и таким образом отсеяли практически всех, осталось 5. Все, казалось бы, хорошо, только человеческий фактор сработал не в их сторону, и мы поняли, что надо кого-то менять, надо добавлять. И мы взяли еще девочек для того, чтобы конкурс увеличить и чтобы каждая напрягала свою жопу. Добрый день. Очень приятно. Здравствуйте. Садитесь. Как вас зовут? Катя. Таня. Лилия. Меня зовут Юра. Могу себя обозвать модным словом продюсер проекта «Любовь и музыка». Вы готовы знакомиться? Да. Раздевайтесь. Это шутка, шутка. Ну давайте, что у нас там? Лилия, мне все равно, что вы споете. Я буду смотреть на вас, вам в глаза и понимать.
Лілія Таран – близнюки. Народилися у місті Карлівка Полтавської області. Закінчила філологічний факультет Полтавського державного університету імені Короленка. Перемагала на міжнародних фестивалях та конкурсах. Була учасницею програми «Шанс». Схудла заради участі у реаліті-шоу «Любов і музика» на 20 кілограмів. Где ты был, когда я ждала? Где ты был, когда я не спала? Где ты был, когда слезы мои лились до утра, как вода из ведра? Ложь, слушай, отвали! Знаешь, нет любви, вспомни тот вокзал. Помнишь, ты сказал мне, слушай, отвали! Знаешь, нет любви. Спасибо большое, похлопали. Я пока не знаю, как с ним работать, потому что еще не было такой ситуации, в которой бы мне пришлось с ним тесно сотрудничать. Кажется, вот сколько не делая каких-то там динамичных движений, можно одним взглядом убить, заставить. Согласна? Супер. Тетяна Алексеєва, Овен, народилася у Ізмаїлі. Закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет. Любов до музики зародилася на місцевих дискотеках. Підбирає бездомних котенят, а потім відправляє їх до своєї мами. Обожнює морозиво, особливо взимку. Хобі – відвідування кастингів. Я тобі віддам немножко грустних пісень. На-на-на-на-на, но вряд ли ты поймешь, почему сегодня я не согрела руки у костра, который просто залил дождь. Спасибо. О, Боже, я сразу... Спасибо. Самый крутой момент был, это вот когда ты забыла, и ты открыла свой голос, очень интересно. Я знаю, что он занимался танцами, ну, он танцор. Я думаю, что есть чему поучиться у человека. Ну и все такое. Катерина Олійник. Рак. Батьки заборонили вступати до музичного училища, тому закінчила Одеський національний університет. Після чого з відзнакою закінчила відділ естрадно-джазового вокалу музичного училища. Співає з джазовим оркестром, чим і заробляє на життя. Телеведуча в Одесі. За зеркалі душі недоступна незрима, і ніхто не пойме, що ж там за стеклом. За зеркалі душі тайна покрита, і ніхто з цією тайною поки не знаком. Очень хорошо, спасибо. Я думаю, что команда, которую он подберет, действительно сможет добиться больших успехов. Что в твоем понимании хит? Я думаю, что это запоминающаяся мелодия, текст, который близкий целевой аудитории, на которую рассчитана песня, и эмоции, которые вложены. Отлично. А помните Дубцову, такую певицу? Какая хорошая песня, правильно? Хит. Но при этом, наверное, мне кажется, все-таки изнутри эта песня была написана и спета. Мы, наверное, говорим о настоящем. Что-то модное, а что-то вечное. Модное, оно вот здесь и сейчас, да. А вечное – это то, что на протяжении веков имеет место быть. И вот такая вот история. Желаю вам удачи и надеюсь, что вы попадете в проект. Удачи. Итак, первое знакомство нового продюсера с новенькими девушками произошло. Интересно, как отреагируют на происходящие события девушки из основного состава группы? Об этом мы узнаем позже, а пока месь у новеньких участниц первый урок по вокалу. А, девчонки, располагайтесь, сумки можете положить. Меня зовут Елена Георгиевна. Катя. Таня. Лиля. Катя, Таня, Лиля. Олена Савінова – викладач вокалу, керівник дитячого вокального колективу «Планета Мюзік». Навчала учасників «Фабрики зірок» та «Фабрики зірок 2». Працювала з Настею Каменських та групою «Голівуд». У телепроект «Любов і музика» запрошена у якості викладача вокалу.
Я вас видела на кастинге. Что мы сейчас делаем? Я сажусь возле фортепиано. Я немножечко вас распеваю. Скажите, у кого есть вокальная подготовка? Ни у кого, да? Все вместе, да. Мо-мо-мо. Давайте сейчас, да, Катя, с тебя начнем что-нибудь. Опять петь? Да. Что же это за программа такая, все время петь приходится? When the marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Черным ангелом ночи, тихим ветром постучи. Ты возьми меня с собой или дай мне покой. Лишь тобой одним дышу, день и ночь на тебя я жду, что ворвешься ветром в дом и останешься ты в нем. Одни глаза чего стоят? Спасибо. Тань, споешь что-нибудь? Да, на английском. Да. Давай, да. You are the one, you're my number one, the only treasure I'll ever have. You are the one, you're my number one, anything for you, cause you're the one I love. А Лена — это тот человек, который внушил мне уверенность в том, что я таки могу. Вернее, дополнил мою уверенность в том, что я могу. Ну, в принципе, мне все понятно. Со следующего занятия мы начинаем очень плотно заниматься вокалом. Начнем мы с техники. Спасибо вам сегодня. Спасибо. Спасибо. До свидания. События на проекте «Любовь и музыка» стремительно развиваются. У группы появился новый требовательный продюсер и три новенькие конкурсантки. Знакомство с основным составом участниц произойдет совсем скоро. Дивіться у наступній програмі. Як відреагували учасниці проекту «Любов і музика» на появу новеньких дівчат у гурті? Чому знайомство продюсера Юрія Бардаша з учасницями проекту закінчилося жорстким ультиматумом? Навіщо дівчата лицемірили на дні народження новенької учасниці Каті Олійник?